Друзья, я нахожусь на озере Сениш. Вот в таких вот пушистых варежках, потому что морозно. Как видите, сейчас снег. И знаете, какой я сделала вывод? Что весна придет независимо от нас. И здорово, если мы будем наполнены ресурсом, энергией, чтобы создавать, созидать и идти дальше. Также и с остальными временами года. Поэтому важнее научиться быть с такой энергией и с таким ресурсом, чтобы суметь реализовывать и создавать ветер.